Сейчас мы уйдем с середины сцены, потому что на середину сцены будете выходить вы, наши призеры, а я хотел бы сделать несколько объявлений. И прежде всего я хотел бы сделать одно из самых важных объявлений, ведь закончилась весенняя «Звезда удачи», но движение «Звезда удачи» продолжается, и начинается подготовка к осенней «Звезде удачи», поэтому имейте это в виду, сообщите своим друзьям и знакомым.